последнее время не ходила в школу 2 недели из-за того, что я себя плохо чувствовала. И мне одноклассники Элины сразу же написали, что она сбросилась. Когда она сбросилась, ее сим-карта в телефоне была сломана, и удалено все переписки и все. Она сбросилась, ее повезли в больницу Семашко, и вчера ночью она умерла там. И из-за халатности врачей, потому что ей она переломала себе абсолютно все, и врачи ей даже гипс не поставили, ничего не сделали. А у... как звали? Элины. У Элины какие-то разговоры, темы о смерти бывали? Да, бывало. Она три раза пыталась покончить с собой. Первый раз она пыталась в школе спрыгнуть с окна, ее спасла ее сестра. Второй раз она перерезала себе горло, и третий раз это сейчас было. У нее были какие-то проблемы, знаете, в семье? В семье проблем не было. Ее мама всегда была для нее подруга. Она хотела общаться с парнем, мама знакомилась тоже с парнем, принимала большое участие с этим. Проблем не было, она всегда общалась с отцом. У нее есть отчим, с ним тоже шикарные отношения. Она когда что-то хотела себе купить, родители никогда ни в чем не отказывали. Были проблемы в школе, ее гнобили одноклассники. Старшеклассники иногда даже поднимали на нее руку. И одноклассники почти что с ней никто не общался. В этой школе нормально относилось несколько человек, и я тоже с ней дружила очень хорошо. Почему?
Я сейчас покажу.